Они был гребаный Марма. Почему, когда разговариваешь таким голосом, еще пилявлю, что за хуйня? Аллах. Эдмар. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патрик, и я давненько не выпускал видосики по CSGO. Короче, сегодня катал на Инферно, встретил нескольких людей, которые хорошо играли, мы с ними подружились, решили еще одну катку сыграть, и оказалось, что один из этих чуваков, блин, это просто бомба, ребят. Короче, давайте наберем как можно больше лайков, если мы действительно, ну, соберем там очень много, и прям я зайду на видос и вижу, нифига себе, тут много лайков. То я с этим чуваком еще раз сниму видосик, посмотрим, как из этого получится. Снова с Мармоком снимем, так сказать. Ну так, ребята, вам приятного просмотра. Вообще случайно этот видос снял и вообще не планировал даже снимать. Ладно, приятного просмотра. Да, у меня немножечко рогат на заказ, чуть-чуть совсем. На самом деле я могу рогать до 5 секунд. Аллах. Эдбар. А еще у меня голосом Мармок разговаривать. Давай. Да. Да, ребят, всем привет. Ебать! Серьезно? Давай немножко. О чем мне говорить, ты мне текст, я повторю то, что ты скажешь. По мне попал. Ой. Твой братиш, смотри, нечаянно. У меня такая... Не-не-не, ты понимаешь, насколько я универсальный человек? Я и рогать умею, я и, мармок умею, я и... Я на самом деле больше ничего не умею. Сварли, прикол. Сейчас будет носков, отвечу. Нашел. Вот умеешь говорить как Мармок, но у тебя не летит как у Мармока. Бля, меня там звали до этого на канал какая-то ебаная академия Ютуба, я не согласился, нахуй мне это надо. А что предлагали? Давайте. Ну типа, либо это, либо просто с ними снимать, либо рекламу озвучивать голосом Мармока. Лол. Не знаю, как по мне хуйня какая-то, там платят мало. Сколько? 100 рублей за ролик. Ебать. Ну, хотя, нахуй. Не, это очень мало, это очень мало. Это прям очень. Бля, я не знаю, это что за голос, типа. Не, лучше Мармоком говори. Да, хорошо, я тебя понял. О, отлично. Я понял тебя, мой сладенький. Мармочек. А уйдите. С вами был гребаный Мармок. Почему, когда я разговариваю таким голосом, еще пилявлю, что за хуйня? Так ты же зуб потерял, ты в последнем выпуске рассказывал. Я? Да. Сатану. Ой-ой-ой-ой, бля. Ой, бля. Бля. Убей. Нет. Убей! Пистолет убит. Да похуй, чё он убегал там? Он тоже не хотел... Понимаешь, он тоже не стрелял, значит, ну, было бы с моей стороны очень мерзко его убить. Надо было... Нет, ну, или ты чё ему сначала в чат напишешь, типа, это, ну... Бля, слушай, давай не будем по друг другу стрелять, это даже как-никак матчмейкинг, тут все люди. Да, знаешь, убийство человека... Ну, убийство человека это всё-таки аморально. А так мы побегали, посмотрели друг на друга. А знаете, как приятно, когда у тебя на стенке кто-то плюс реп подставляет? Я делал всё, что мог. Но героически сдох. Героически? Тихо, не пали контору. Теперь понятно, как Мармок делает свои выпуски. А ты чё не знал? Ну серьезно? Да, серьезно. Блин, не верил. Не верил, нет. Он там ходит. Хорош. Вот этого Мармока я узнаю. Изи пизи, Леванский. Так ты и так глобал на основе. Да, конечно. Я же, конечно же, настоящий. Да? Я тебе верю. Я же пошутил. Я все равно тебе верю. Та-та-та-та-та-та-та-та, ты что? Та-та-та, не надо. С этого уже никто не орёт. На самом деле, это не надо. Не, я ору. Я первый раз таких встречаю. Обычно, знаешь, там какие-нибудь русские, которые, бля, давайте тащить, заткнитесь, нахуй. А тут целая команда русских и что-то ору в гласину. Ну, тебе в тиму залетел чувак, который умеет разговаривать голосом Мармока и рыгать на заказ. Мармок, твои финальные слова.
Узи-пизи. Ну вот как-то так, надеюсь, вам понравилось так же, как и мне. Да, это не стопроцентное попадание в голос Мармока, но мне кажется, очень сильно похоже. Напишите обязательно в комментариях свое мнение. Также подпишитесь на канал, если вы тут впервые. Ну и посмотрите предыдущие ролики по CSGO. С вами был Патрик. Всем удачи, всем пока.